Беребеттер, тёлочкалар, онна не тёлочкалар. С вами Уруй Аял, и это программа. В этой программе мы будем делать обзоры на коммерческой, онна профессиональной, джакузской кине. На эти шедевры и нашего кинематографа. И первой кине, которой мы террористской, это сюпицидер, что в переводе будет потерянный сидор. Ну что говорить об этой кине? Это комедия. Он потратил 200 тысяч рублей, а заработали целых аж 1 миллион. Ну, чтобы нам сделать хорошую комедию, нам надо высокие скилли. Нет, нет, сох, не такой высокий скилли, а вот такой высокий скилли. Да вы посмотрите, он же чешет яйца, как настоящий гэнгста. Oh, you touch my tra-la-la. Начальник, запятая, косяк. Вы говорите? А я думал, что это? Айяха. Да? Баранка дырым. Какой красиво нарисованный выговор. Видимо, там работает директором маленький мальчик. И еще надо очень оригинально звать продавца. Ну, например, вот так. Человек! Человек! Мясо! Мясо! Органическое существо! Здравствуйте. Нужно еще украсть момент из фильма «Большой куш». Ну и, конечно, должна быть интрига, трогательная романтическая любовная сцена, как в фильме «Титаник». Я повстречал тебя, и за это я благодарен ей, Роза. Бастали скоро плохо платили. И это нравится саха кэля девушкам. Да, у вас супермен эркин. Любовники они, а сейчас придет муж. И какой же интересные эмоции у него будет. Кимида бубля. Ну и варианты, что он может с ними сделать. Первый вариант убить, второй избить, ну и гусь, не знаю, может сидеть вдвоем голый. Oh, you touch my tra-la-la. А что вы на меня такими харагами смотрите? Я не режиссер этого фильма. Ну и чтобы фильм был шедевральным, нужна красивая нарын девушка. О, ёпаш мать, что это? Ну тут подойдет только бир-комментарий. Кимида бубля. Она в магазине на набережной, и сейчас произойдет просто эпический диалог. Ой, а почему вы туда без гальтер? Девушки, это эксклюзивная якутская модель. Третьего размера с бриллиантами. Надо только померить, и стоит это 3000 долларов. И что же наша красавица ответит? Ай, слишком дешево. Доминантный самец не должен упускать такую красавицу и должен требовать свои похотливые желания лары сразу, дерзко. В магазине стоп, да, дай быстро, быстро, быстро. Сейчас пойдем. Все, и дальше история умалчивает, что там происходило. Ну и, конечно, после такого убиенного остальные девушки, ну просто красавицы. И это день наш, но не мой. Ма, мне нравится телевизор, когда вы. Ох, бюнер, да, давай. Учу круг. Они же такие милые. Молчать, женщина. Вот он, настоящий мужчина. Ой, а почему вы тогда без гальтер? Молчать, женщина. Ай, слишком дешево. Оставили меня вот это. Джахтар была не крестьянка. Ма, папа не ходил, да. О, Дже, они такие милые опять. Вы говорите, он заедет, вот схватили.
Тю, они так мило пожелали сгореть, бабушка. Пахай, саха человек должен находить деньги даже в самых труднодоступных местах. Что у него там? Класс, что ли? Сынок, подай кофе. Сынок, подай отвертку. Чё, телефон есть, да? Ну и как же без развратной стриптиза для вас, зрительницы? Давай, Яхта. Ну и чтобы закончить это безумие, нужно еще рэкетира карлика. Это моя территория. Тут территория. Это мои деньги. Ходу было, я сам за этим всем слежу, ты понимаешь? Рожа, вали отсюда, я сказал. Ну и не знаю, чувака, который ходит голый по лесу. Так вот, кто нам стриптиза показывал. Ну и вот такой вот фантазией может заработать 1 миллион рублей. Ну и вывод сегодняшнего выпуска, если вы не отинско выглядите, его можете достать деньги откуда угодно, то купите наконец-то своей семье торт «Онна путевка на море». Вы мне как бы премиале бедлер, «Онна беге, ген, кнайга готовы будут». Крым, Чакурской, Кинерри, ведь там очень много интересного. И это была программа...